Сибирь. Город Омск. Меня зовут Айнур. А у нас Айнур, проблема... Здравствуйте. Айнур, какие у нас еще города Сибири здесь? Барнаул-Наталья. Барнаул-Наталья. Барнаул, так? Омск-Кирилл. 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 Юля, вы так хорошо подсказали, выходите поближе. И здесь? И это у нас Сибирь. Условно. Условно. Кто у нас? Омск, Софья. Омск, Софья, здравствуйте. Итак, рассказывайте проблему. Проблема у нас, как у наших ребят, тоже с границей. У нас приходит свободная рабочая сила, бесплатная, поступает в наши города. Соответственно, у нас развиваются такие специальности, которые, ну, не востребованы. Какого она цвета здесь? А? Какого она цвета? Белого. А мы черного. Мы пытаемся защититься от вот этой вот бесплатной рабочей силы, чтобы нашим работникам было место работы, чтобы у нас развивалось не только... мозги, но также и рабочие силы. Первым своим ходом мы хотим обрубить именно подход вот этих вот людей сюда. Слушай, это очень интересная проблематика. Так, и какой вы прогнозируете у них ответ? Ответ? Давайте. Кто прогнозирует ответ? Мы прогнозируем, что они... Достаточно агрессивные, правда? Да. Агрессивные. И что же ответите им? Мы поставим ответ сюда. Мы не будем закрывать им здесь, вот мы сделаем здесь. Мы будем уплотняться. Уплотняться. Да, уплотняться. Но задача нам не только уплотниться, но и построить два глаза. Да, два глаза. Да. Где будут эти глаза? Как будет их дальше строить? Да. Как они дальше появятся, эти глаза? Мы закрываем здесь таким образом, мы снимаем. Да. И, соответственно, они сюда не встанут, и потому что все бессмысленно, иначе мы их снова снимем. Они походят в другое любое место, потому что им нет смысла вставать но сюда, вот и вы, мы поставим скажите, здесь. Скажите, пожалуйста, Барнаул, но вот вы уверены, что вот эти иммигранты действуют именно так? То есть они вот так вот идут в тупик до тех пор, пока их не снимут. То есть вот это их почерк. То есть вы их видели, да? Да, вот, да, они да. Это их почерк. Они мало образованы. Нет. Да. Пойдем все вместе. Они мало образованы. Хорошо. А может быть такое, что иммигрант поставит вот сюда? Или они могут действовать только оттуда? По-другому они не могут. Так иначе мы все равно поставим здесь, и мы снимем. Так они не останутся к нам идут. Если сюда, то мы снимем его все равно, правда? Да. Так, хорошо. А если они теперь снова отсюда, то что будем делать? Сюда. Мы поставим сюда. И где же будут теперь вот те самые наши глаза? Мы будем его ограждать потихоньку. Ограждать. Но тогда он пробьет обратно. По правилам ГО это возможно. Друзья, я считаю, что... Смотрите, да. Вы очень интересно поставили проблему. Ее не решишь так быстро. Но если с нам все ей поработает, то я думаю, что мы можем решить эту проблему. Огромное спасибо себе. Спасибо. И продолжайте пока на этой проблеме трудиться.